в составе футбольного клуба молодежной замены. Вместо игрока под номером 9 Максима Чебрицкого в игру вступил игрок под номером 25 Юрий Угай. Вместо игрока под номером 19 Юрия Малько в игру вступил игрок под номером 11 Юрий Пустафок. Вместо игрока под номером 15 Игоря Макарова в игру вступил игрок под номером 71 Сергей Кошин. Thank you.
Thank you.
обороты команды «Либер» забил игрок под номером 22 Артем Пашко. Футбольного клуба «Молодечного». Вместо игрока под номером 22 Артема Пашкова в игру вступает игрок под номером 99 Антон Медуен.
Я там так.
Thank you.
Команды Ливани забил игрок под номером 99. Антон Гуриен. Thank you.
поговорили за это. Антон Гуев. Allah!
любителя футбола. Следующий матч на нашем стадионе состоится 30 сентября в 14:00. Соперником футбольного клуба «Молодечно» будет футбольный клуб «Клец». Я думаю, что это...